Всем привет, девчонки! Сегодня начинаем с Алиной проходить медкомиссию. Спасибо большое за советы. Мы все-таки заключили договор с компанией Vita Medicus. Это клиника, которая находится в нашем районе, видная недалеко от нашего дома. Я оформила программу диспансеризации с 3 до 6 лет. Туда включены все необходимые врачи и анализы. Нам врачей расписали буквально на 3 дня. Единственное, я не подряд буду проходить, потому что мама не всегда сможет приезжать. Так что в течение недели где-то пройдем всех врачей, и наша медицинская карта будет на руках. Обязательно постараюсь поснимать для вас, надеюсь, никто не будет против. Мне самой очень интересно, как в частной клинике отличается сервис от нашей государственной поликлиники. Мы сейчас у окулиста. И я тебе сейчас покажу, какой у меня глазочки мультфильм будет. Договорились? Какие окошечки, посчитай окошечки. Один, считай. Да. Два окошечка там есть. Смотри, 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 смотри. Оп, а это? Кто это? Машина. Машина. Вот это? Самолет. А это? Рыбка, молодец. Сюда посмотри, ты увидишь свой большой глазик. Красивый твой глазик, большой? Реснички длинные. А теперь работаем мешочек открывать. Большой-большой. Умничка, умничка. Алин, придешь еще сюда потом? Угу. Приходите хотя бы раз в 4 месяца, плачьте в зубки. Скажи, только если не будете сверлить. Вот тогда если будем заниматься профилактикой, у нас в музее поле чудес. Это вам приносят рисунки, детки? Да, лечится. Ой, какие молодцы. Я люблю лечить зубы. Нарисуешь зубик потом, Алин? Карбоза. Горе на Алина. Сейчас пришли на ЭКГ. Алинка, смотрите, спокойно лежит, ждет. Боишься? С тобой играться будут, да? Как здорово! Смотри, какой светофор. Зелененький, да, красненький. Алина, Алин, как твоя горина? Алина, скажи. Алина, ну давай ручку, давай познакомимся. Привет, ладошка. Привет, привет, привет. Ну, пойдем, я тебе покажу красоту. Пойдем? Вы пришли вообще с каким запросом? А, перед садиком. Просто перед садиком нужно больше, да? Провериться. Заходите, закрывайте. Смотри. Что ты видишь, Алина? Звездочки на ней горят. А? Красота. Ага. А тут посмотри на стеночку. Что? Рыбок видишь? Рыбок видишь, Ален? Вот я же замерла. Да-да-да. На стеночке посмотри. Кого там видишь? Рыбки. Много рыбок? Или одна? Одна большая, да? А маленьких сколько? А это какая комната? Как она называется? Сенсорная. Сенсорная? Ну, как интересно. Много маленьких рыбок, да? Много. Вон медузка там, да, медузка там. А вот тут, смотри, у меня какая подушка есть волшебная. Давай я тебя посажу. Давай посажу. Давай, ой. Вот так, как плюк. Смотри, это голос я тоже так опускаю. Как на облаке лежишь, правда? Да? На облако похоже? Мягкое? Делаем массажик. Смотри, какой колючий ежик бегает. По ладошкам и по стопочкам. Это что у тебя? Ручка ведь ладошка? Угу. Да. А сколько у тебя таких ладошек, Алин? Один. А еще где одна? Две их, да? Две ладошки, да. Вот смотри, такой колючий ежик бегает по каждому пальчику, делает массажик, чтобы твои ручки хорошо потом лепили, рисовали. Ты же любишь это делать, Алин? Любишь? Покажешь мне сейчас, как ты рисуешь, ладно? Нарисуешь мне что-нибудь? Что нарисуешь? Наверное, солнышко, да? На улице же жарко, лето, верно? Да? Ну, будем с тобой туфли снимать. Это на занятия к вам сюда водят, да, детишек? Конечно, конечно. Полет 99. А это по показаниям каким-то сюда? Или как мама считает, как это вообще? Можно сниму-то?
сенсорная комната для гармонизации психоэмоционального состояния. Mm-hmm. Смотри, колючий? Колючий? Mm-hmm. А приятно? Иголочки приятные? А ты прям сама ножка постучи по нему. Ну-ка, постучи так. А? Кто там? Вот прям так присядь, да, посмотри. Рыбки там внутри, да, есть, плавают. Смотри, что они делают. Они вверх поднимаются, опускаются, далее. Только средние пальчики. Расслабь ручки. Вот они, средние пальчики, да? А еще какие пальчики есть вот эти? Безымянные. Безымянные пальчики. Вот они. В основном это эмоциональная сфера. Возбудимость, в первую очередь, гармонизация детских родительских отношений. Да, когда идет школьная дезадаптация. Четыре. Ладно, уже пять пара читаешь. Уже пять. Ёжик. А сколько их? Один. Вот ёжиков на столе сколько, Лен? Один. Еще один. Один. Два, да? Да. Один и один, это два. Клювик у уточки мой золотой. Вот. Уточка крякает. Кря-кря-кря. Да, да, да. И вот клювик уточки будет держать карандашик мой золотой. Вот так вот. Я почему-то, похоже, как бы всегда и показываю. На наклейке все подсаживаются замечательно. Mm-hmm. Но вам уже по возрасту, чтобы ее с вот этого перевести. Мы как раз сейчас приобрели, вот, да, вот линии. Там вот делать. Эти, вот как раз вот эти вот махаоновские, где она и приклеила, и провела, да. Mm-hmm. Вот, вот такие раскраски, чтобы незашумленная была картинка, да, без деталей. Чисто вот она шляпка, ножка, да, вот банан, соедини эти точки, потом закрась. Потом, когда образец есть, потому что они же, как правило, а я хочу, да, есть образец, давай закрасим так же. Привет! Встретились. Еще. Привет! Да, еще. У нас через 10 минут прием логопеда, мы гуляем возле клиники. Это клиника Витамедикус, которая находится на Строительной улице. Их две. Возле нашего дома, Ольхова, и на Строительной. Нам некоторых врачей назначили сюда, в эту клинику, и некоторых возле нашего дома. Кто это такой? Жираф. А вон слон, смотри, какой слон. Кто это? Обезьяна там, да? Вот эту психолога были несколько дней назад. Она отсюда выходить не хотела. Еще психолог, он сидит, как любит заниматься, особенно когда показывает сенсорную комнату. Это вообще прелесть. Так, и как эту девочку зовут? Давай скорее знакомиться. Алина. Еще раз скажи, как? Как тебя зовут? Как тебя зовут? Ну скажи, Алина Горина, ты же всем говоришь. Молодец, умничка. А ты мне скажешь, сколько тебе лет? Сколько тебе годиков? Два. А игрушки любишь? Дай-ка я проверю, сколько тебе на ручке. Ну-ка давай собери ко мне. Попробуй. Молодец, умничка. До 4,5 лет живите спокойно. Не обращайте внимания на те звуки, что она произносит неправильно. Единственное, что грамотная и четкая должна быть ваша речь. В 4,5 годика обязательно на осмотр к логопеду, потому что в этом возрасте нужно будет проверить уже и словарь, и грамматические строки, связанные речь ребенка. Чем вы должны сейчас заниматься с ребенком? Это развитие мелкой моторики. Всевозможные игры и упражнения для пальчиков. Чем лучше развиты наши пальчики, тем лучше развита речь ребенка. Сейчас очень много разных книжек. Вот,
способ, там пальчик где-то был с этим как-то. Ну, опять-таки, вот эти мелкие детальки, это же все тоже развивается. Но этим мы и занимаемся. И массаж пальчик. И массаж. А хотела еще спросить, буква Р, когда можно... Норма к 5 годам. А, то есть до 5 лет можно не переживать, да? Можно не переживать. Карандаши должны быть обязательно толстые, 3-граммные. У нас обычные, ага. Нет, карандашики должны быть вот такие. Смотрите, потрогайте. Они удобны для пальчика. Бардак тут навела. Это не бардак. Это такой порядок, правда, Алина? А я хотела вас спросить, а с чем связано? Вот просто на детской площадке детишки есть поменьше Алины, они намного лучше разговаривают. Мама говорят, что они не занимаются специально как-то. То есть это просто дано ребенку лучше как-то или что это? Все это зависит от того, как проходила беременность мамы. Угу. Даже от этого. Угу. То есть если прям вообще никаких проблем не было, то лучше будет развиваться, да? Чем меньше проблем во время беременности и родов, тем меньше проблем потом в развитии ребенка. Плечевые зоны, они самые равнимые. Но в отличие от всех других плечевые зоны восстанавливаются на 100% всегда. Давай, давай, вот сюда заходи. Так здорово, что здесь есть детская комната. Пока ждем врача, можно поиграться. Девчонки, я не могу ее забрать из поликлиники. Нас уже такси ждет. Алина, пойдем. Всем привет, бежим с Алиночкой сдавать анализы Vita Medicus. И завтра записаны уже к педиатру, так что наша карта будет готова. Побежали, побежали, Алин, скорее, беги. Нет. Сама, ну давай, сама, сама. Молодец. Заходи, заходи, идем разденемся с тобой. О, самостоятельная. Давай я тебе немножко помогу, давай. Делают укольчики только хорошим девочкам. Да, ты же хорошая девочка, да? Тут прямо возле процедурного кабинета поставили аппарат с кофе, с шоколадками, как раз все, что нужно. Давай я тебе куплю чокопай. Будешь чокопай? Взяли у Алиночки анализ крови, она практически не плакала. Очень мужественно все пережила. Я, конечно, ее держала на ручках, поэтому не снимала. Да? Все, видишь, даже не больно. Смотри, какая у тебя теперь штучка. Алина самая смелая, да? Пришли в цветочный магазин. Хочу заказать цветы. Точнее, не цветы, я думаю, какую-нибудь маленькую корзиночку, чтобы ей удобно было нести. Сколько тут красоты. Смотри, какие коробочки, Алин. Можно в такую коробочку цветочки положить. Ты воспитателю понесешь, да, в садик цветочки? Как здорово. Шарики красивые. Тяжело будет ее нести? Так, а если чуть побольше какая-нибудь корзиночка? Всем привет! У нас сегодня последний заключительный день прохождения медкомиссии. В итоге получилось, что мы где-то за неделю все прошли. Не каждый день приходили, где-то через день, через 2 дня. В общей сложности 4 раза мы были в больнице. Сегодня у нас заключительные 2 врача и педиатр. Выпишут заключение и отнесем уже в садик. Алинка довольна, что она сегодня без дневного сна. Сейчас 2:30. По идее, Алин, ты должна спать сейчас. Посмотри, молоточек тебе какой, покажу красивый. Посмотри скорее. Посмотри скорее, где молоток. Будем с тобой зарядку делать. И другую ручку давай. Вот так, молодец. И ножком зарядку сделаем. 1, 2, 3, 4. Вот так. И другой ножкой. Детский садик-то пойдешь? Хочешь в детский сад пойти? Пойдешь? Что там будешь делать? Расскажи мне. Зачем ты туда пойдешь? Не знаешь, играть будешь там с девочками, с мальчиками? Кашку, супчик будешь кушать? Воспитательницу будешь слушаться? Потрогай молоточек пальчиком. Вот так, другой ручкой теперь. Другой. Вот, молодец. А носик у тебя где? Покажи мне. Ну, носик, а другим пальчиком вот этим найдешь носик? Ну, ладно, давай дальше зарядку будем делать. Слезай, слезай. Вот так. Теперь закрываем глазки и будем искать носик. Где носик, 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 носик? А другой ручкой, другим пальчиком, где носик, носик, носик?
За ручку потрогай. Вот так. И назад иди сюда. Молодец. Ну ты умничка, хорошая девочка. Все. Вот. Счастье для ребенка. Пока ждем Лору. 15 минут поиграемся в детской. Заходи, я вам буду звонить. Заходи. Ну-ка, давай. Дзинь-дон. Дзинь-дон. Откройте дверь. Привет. Какое детка вы здесь раздолье. Чувствую, что я Линку отсюда потом не вытащу. У нас осталось два врача всего, Ален. Сейчас тебе носик посмотрят, носик. И ушки посмотрят, хорошо? И все, и пойдешь играться дальше. Еле вытащила ее из игровой комнаты. Смотри, шапочка. Раз. Ну-ка, поймай зайчика. Поймай, Ален. Не поймаю, сюда вторая вот, против не поймаем сейчас. Ротиком открою и поймаю зайчик с тобой, да? Дыши носиком, как я же дышу, мальчик. Подыши. Молодец. Давай откроем рот, открой, покажи мне. Вот, умничка. Давай, вот, молодец. У нас последний прием театра. 13-750, ну, 13-500. Мы в годик были 12. Почему? Очень полненький. Это сейчас у него все в рост ушло. За 2 года на 1,5 килограмма поправили. Так, вес 13. Алин, не балуйся. Вставай скорее вот сюда. Вот сюда на черненькую вот эту вот штучку. Вставай, разворачивайся с пилочкой, Вот так вот, молодец. А теперь топ-топ-топ пяточками вот сюда вот, вот так вот, близко-близко в планочке вот сюда подходим, пяточками, еще чуть-чуть-чуть-чуть, и еще чуть-чуть вот эту ножечку. Вот, молодец, стой, на маму смотри, сейчас мы измерим твой хвостик еще, дополнительно 91 сантиметр, так, а ну-ка ротиком мы с тобой подышим, как мы с тобой подышим ротиком? Подыши, Алина. Вот так вот, как ты о дуванчике думал? Вот, еще. Давай, еще раз. Молодец, умница. И ушки смотри у тебя, вот тут зубки посчитаем. Посильнее открой. И это? Ну, а кто это? Ты же сама лучше меня знаешь. Кто это? Это лягушки. А нужно вообще делать вакцину от ветрянки? Я сделала, потому что легче переносят дети, да, ветряночку. Ну, то есть она будет, просто легче принесется? Да, она может заболеть. Не факт, что она не заболеет. Но уже антитела, те, которые формируются после вот этой вот первичной реакции, да, они уже будут. То есть она уже, ее организм будет знаком. С иностранной вакциной все... Ветрянка только иностранная вакцина. У нас и российские вакцины, и иностранные вакцины еще там все есть. Все. Спасибо. Спасибо. До свидания. Алин, скажи пока-пока. Пока. Девчонки, медицинская карта у нас на руках. Наконец-то все врачи нам написали свое заключение. Видите, сколько получилось врачей. Педиатр нам вписала сюда анализы, которые мы прошли. И также переписала сюда прививки, которые мы проходили с рождения. И вот сюда вот все это записала. Теперь осталось нам отнести эту медкарту в медицинский кабинет садика. И все. Алиночка, пойдем играться с детками в садик? Пойдем? Только я не знаю, как Алину отсюда выманить. Она вообще не хочет уходить. А пойдем с детками поиграемся на улице, на качелях покатаемся. Представляете, говорит, не хочу в садик. Как это ты не хочешь, а играться? У Алины, кстати, я заметила последнюю где-то неделю, она ни в какую говорит, не хочу в садик, не хочу в садик. Настолько она любила ходить в развивашку. Не знаю, как мы пойдем, я очень переживаю, как она 1 сентября останется. Алина смело прошла всех врачей, сдали медицинскую карту в детский садик, и теперь ждем 1 сентября. Алин, скажи всем пока-пока. Пока-пока.
устала мы сегодня без дневного сна. Постараюсь снять влог 1 сентября. Всем до скорых встреч!